Дети мои милые, сыны и дочери, я рад приветствовать вас всех в свете вашей души. Я есть свет, я есть то, что я есть. Я Митропатор. За каждое слово, переданное через меня и идущее далее, я несу ответ перед Абсолютом. Итак, близится развязка, близится серьезное событие на Земле. Но это не есть что-то страшное для вас всех. Это изменение формы Земли, ее диаметра, и это ее воля. Подошел еще один период ее преобразования. Эта процедура будет происходить медленно и как можно щадящее для всего живого. Но выбор каждого живого существа оставаться на момент вознесения на Земле или уйти в другие миры для дальнейшего продолжения своего роста, но в других реальностях, в других измерениях. Все идет очень быстро и в то же время очень медленно для вас всех, участвующих в этом процессе и живущих на Земле. Да, идет преобразование Земли всех ее слоев, всех ее составляющих. И этот этап вошел в такую стадию, что остановить его может только нечто очень существенное, что может повредить вам и самой Земле. Мы все спустились к вам, дети мои, и рады вашему подъему на новые реальности. Все происходит намного сложнее, чем мы думали. Многие люди еще продолжают отказываться освобождаться от всех своих старых устоев, претензий. И от этого у них имеются недомогания и другие проблемы со здоровьем. Не нужно искать причины порчи из глазов, если внутри человека множество боли и страданий, множество неправильных подходов к себе и своей реальности. Я постоянно, дети мои, говорил и продолжаю говорить: отпускайте все, что только можете отпустить. Скоро, совсем скоро, все это не понадобится вам, так как исчезнет из вашего мира такой подход к жизненным ситуациям. Вы научитесь решать все другими методами, другими решениями. Неужели так трудно, родные мои, отпустить обиды и злость свою? Неужели вам сложно поменять себя и начать видеть вокруг себя преобразование вашей Земли, обновление ваших начал, вашей жизни? Мы стараемся вам помочь, но вы не видите это. Вы топчетесь на одном месте и потом удивляетесь, почему не решаются ваши проблемы, почему вы не можете найти реализацию ваших планов. Вы завышаете свои рамки или впадаете в апатию, опуская руки свои. И то, и другое – перекосы. Правильно ставьте задачи свои, правильно формируйте свои цели. Думайте постепенно, что вам нужно сейчас, что нужно вслед за этим. Но все оставьте во благо вас, во благо всех окружающих и с возможностью сдать, пройти вам свой духовный рост на данный момент. Если вы застрянете сейчас, вам не удастся правильно сформировать события дня, сейчас в эти дни. Вы можете застрять на долгие годы в проблемах дня. Думайте над собой, думайте над решением всех своих задач осознанно. Но нужно провести серьезную работу по сонастройке ваших сердец на новые ритмы с новыми энергиями, идущими на данный момент на Землю. Нужно помочь Земле войти в ее новый план, в новую сонастройку энергии. Не паниковать, а формировать то, как вы хотите жить в
какой реальности и с какими отношениями ко всему. Вы сами решаете, каждый за себя, в какой реальности каждый из вас далее останется жить. Нужно сонастроить себя и всех световых работников с новыми вибрациями света, идущими от сердца Создателя всего и вся, святая святых. Именно Он будет давать тот настрой, который будет основой всех ваших преобразований и всех вибраций вашей Земли. Он устал ждать преобразования ваших структур согласно вашему сознанию и решил вновь вам всем помочь, вновь дать энергии из своего сердца для поддержания равновесия на Земле, для гармонизации всех энергий святости, идущих вам от самого святая святых, выше которого нет ничего во всем мироздании, во всем, что есть, и все, и вся. Эта работа, этот поток будет идти на землю. Я ушел. Прощай. Митропатор говорил с вами. Весь текст несет энергии высших светлых иерархий Вселенной. Желаю вам всем света, любви и духовного роста. Пикурина Ирина, Владивосток.